Сегодня был опубликован документ, который облегчит жизнь тысячам наших граждан, вовремя не заплатившим административный штраф и не рассчитавшимся по налогам или иным финансовым сборам. Новые поправки в закон об исполнительном производстве главным образом регламентируют их выезд за границу. В прежней редакции данная норма действовала так. Если у человека административный долг, скажем, в 300 рублей, а зарубежном вояже он может забыть, с таким долгом его просто не пропустят через таможню. По новым же правилам запрет распространяется только на человека, не оплатившего сумму более 10 тысяч рублей. Кроме того, закон предписал дополнить базу данных судебных приставов информацией о месте рождения должника. Вкупе с другими сведениями о человека, его фамилией, именем, отчеством, местом жительства, датой рождения и так далее. Это поможет избежать путаницы с двойниками неплательщиков. –